Мощный взрыв возле американского посольства в Кабуле. 5 человек погибли. Накануне этот же район подвергся ракетному обстрелу. На Ближнем Востоке начинается очередной виток конфронтации. Иран усиливает свое присутствие в Сирии, а Израиль пытается всячески этому помешать. Все подробности расскажет Сергей Услендер. Главная тема в израильских медиа сейчас – это итоги визита Нетаньяху в Сочи, где он встречался с Путиным. Говорили о Сирии, точнее о растущем иранском влиянии в этой стране, которое становится откровенно угрожающим для Израиля. По сути, Тегеран разворачивает на самой границе еврейского государства полноценную армию. Об этом Нетаньяху рассказывал своему коллеге, показывал карты с местами, где расположены иранские базы. Судя по сообщениям, которые распространяет канцелярия главы правительства, встреча вышла очень продуктивной. Об этом же говорил и сам премьер, но уж очень общими словами. Каждая встреча с президентом Путиным идет на пользу безопасности Израиля и наших партнеров, и я верю, что и российских. Судя по этой встрече, могу сказать то же самое. Она была очень продуктивной. Но Израиль – страна со свободной прессой, по мнению некоторых политиков, даже чересчур свободной. В СМИ просочились подробности разговора, о которых Нетаньяху умолчал. В масс-медиа говорится, в частности, что Путин якобы сказал, что Израиль действительно партнер России, но Иран – это стратегический союзник и вместе с Москвой делает в Сирии важное дело, борется с терроризмом, хотя Москва при этом старается учитывать интересы Израиля. В то же время известная влиятельная газета «Jerusalem Post» написала, что российские власти получили предостережение. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил им, что если Иран не прекратит усиливать свое присутствие в Сирии, то в качестве предупреждения Израиль разбомбит президентский дворец Башара Асада в Дамаске. Кроме того, в этом же предупреждении говорилось о том, что соглашение о прекращении огня, заключенное между Соединенными Штатами и Россией по поводу Сирии, Израиль ни к чему не обязывают. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер.